Всего в 2013-2014 годах власти выдали разрешение на размещение 90 подобных рекламных конструкций. Правда, позднее от них решили отказаться на законодательном уровне. Транспаранты очень сильно отвлекали водителей на дороге. На территории города Тамбова, опять же, в соответствии с федеральным законом о рекламе, это общероссийское требование, на территории муниципалитетов всех, и в том числе на территории города Тамбова, действует схема размещения рекламных конструкций. Это не только графическое изображение мест, где можно устанавливать конструкции, но это и описание, это сборник рекламных конструкций, которые возможны к размещению. Это требования к ним. И все это есть на официальном сайте администрации города Тамбова. Власти Тамбова дождались окончания сроков договоров по растяжкам, после чего начали ликвидацию рекламы принудительно. Все расходы, которые город понесет в связи с демонтажом, планируют взыскать через суд с собственников конструкций.